Олень пришел кушать. Щипать кусты. Ну, из зала тоже видно, он между домами. Видишь, Кируся? Стоит, кушает. Вон, смотри. Ухом уже ведет в нашу сторону. Видишь? Ну, все, спугнули. Видишь? Пошел деловой. Общипал куст и пошел. Подожди телефон, я тут снимаю оленьков. Они снова пришли. Опа. По-моему, они все слышат. Опа. Посмотрел сразу. Слышишь, нифига себе у них это слух или глаз. Он смотрит на меня. Давай сейчас подожди, копытом еще в камеру начнет махать. Чш-чш. Олень. Не, я хочу проверить, это он на слух или глазом увидел, что тут шторы шевелятся? Наверное, глазом он увидел, что тут что-то шевелится. А ну, оба. Олень. Да не. Да не, случайно подумал, Штирлиц. Кстати, интересно, а у них есть какие-то эти, ну кто их ест-то? Оленей? Да. Автомобилисты их сбивают. Нет, просто...